Здравствуйте, любители недорогих, но качественных вещей. Сегодня я продолжаю тему немецкого шопинга. В прошлом видео я рассказывала вам о замечательном немецком магазине C&A, в котором вы можете в период рождественских скидок приобрести очень хорошие покупки по очень приятным ценам. Ну а сегодня мое видео будет о этом замечательном магазине, марку которого вы видите на экране. Магазин называется Deichmann. Итак, о чем же сегодня я хочу вам рассказать? Что мне нравится в этом магазине? В этом магазине мне нравится все. В первую очередь мне нравятся скидки, ну, то есть предложения в период рождественских скидок. Какое же у них предложение? Предложение у них такое. Если вы покупаете три вещи, именно те вещи, которые вот с такими бирочками, на которых написана цена по скидке, да? Должны быть три вещи с такой бирочкой. И в этом случае вам предлагают та вещь, которая самая дешевая. В данном случае у меня две пары обуви и сумка, да? И из этих трех вещей самая дешевая сумка. Она стоит, если ее покупать без скидки, она стоит 19,90, да? Но на кассе мне эту сумку снимают полностью, то есть 100% скидка. В итоге я плачу только за две вещи. За две вещи плачу. Так, значит, какие вещи мною были приобретены? В первую очередь здесь следует покупать обувь, конечно же, в этом магазине. Это обувной магазин. Магазин, который находится в очень многих странах мира. То есть где-то в 24 странах этот магазин имеется. И, ну, к сожалению, в Латвии его нет. Поэтому есть он в Литве. Да, в Литве есть. Есть, по-моему, в Каунасе и в Мажейкяй. Вот. Ну, вот в Латвии нам опять не повезло, что нет такого замечательного магазина. На сей раз в этом магазине мне попалась вот такая замечательная обувь, да, Medicus. Это название уже говорит о том, что обувь очень-очень комфортабельная. Все модели, которые я мерила с этим названием Medicus, они все очень удобные и мягкие. Мне, к сожалению, пришлось взять эту модель. Ну, может быть, не к сожалению, но я хотела купить другую модель, но та модель была новая коллекция, она была без скидки. Эта модель была на скидке. И купила мужу вот такие ботиночки, вот с такими вот протекторами. Очень такие, не знаю, такие уж, кажется мне, можно лет 10, наверное, носить такого прочного немецкого качества, да. Вот. Ну и вот сумочка такая, летний вариант, на скидке. Значит, она состоит как бы, здесь она посередине вот так вот скрепляется, а здесь еще вот молния, да, и здесь тоже, да. Ну, вот такая довольно большая, объемная, не знаю, как удобно будет с ней ходить, ну, посмотрим, да. Но в любом случае, эта сумочка, она бесплатна. Так, значит, смотрим, какие цены. Так, значит, да, забыла еще сказать. Вот еще на кассе предложили вот такой крем Protection Multivax. Стоит 2,95, да? Вот. Да, хороший крем. Вот так, значит, цены. Моя первая пара обуви Medicus стоит 44,90. Это со скидкой. Без скидки. Ну, скидка небольшая здесь, правда. Стоили они 59,90. Вот. Но очень комфортабельные, удобные, да, мягкие. Внутри вот такая у них там шкурка мягкая, да. Вот, очень ноге приятно. Дальше. Мужские ботиночки, которые, на мой взгляд, вообще не снашиваемые. 29,95. И да, вот видите, 0,00 – это цена за сумочку. Дальше 2,95 крем для обуви, 0,10 пакетик. И общая цена
Так, общая цена. Значит, 77,90 или 65,46. Да, ну вот смотрите, да, вот еще раз можете сосчитать, сколько тут получится, да. Вот. Так что предложение очень хорошее, обувь очень-очень удобна, очень качественная. А у меня уже несколько пар такой обуви из этого магазина. Вот. И самое удивительное, что когда покупаешь новую обувь, всегда она как бы первый день, ну где-то там натрет, да, ты чувствуешь, что ты в новой обуви, да, вот. А, ну вот обувь из магазина Дайхман, да, одеваешь, и ты забываешь, что ты в новой обуви. Очень-очень удобно. Вот. Я даже уже последнее время в Германии больше вообще никакие магазины не захожу, только в этот. И покупаю в этом магазине очень дешево, сердито. Так что всем советую, всем туристам, которые едут из Латвии, вот, в Германию, в первую очередь идти в этот магазин, если вы хотите себе купить качественную недорогую обувь. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Вот ставьте лайки и дизлайки. До свидания.